дети читают стихи. Анисима Александра, 11 лет, читает стихотворение Николая Рубцова «Сбегу на холм и упаду в траву». Сбегу на холм и упаду в траву, и древностью повеет вдруг из дола, и вдруг картины грозного раздора я в этот миг увижу наяву. Пустынный свет на звездных берегах, и вереницы птиц твоих, Россия, затмил на миг в крови и жемчугах тупой башмак скуластого Батыя. Россия, Русь, куда я ни взгляну за все твои страдания и битвы, люблю твою, Россия, старину, твои леса, погост и молитв. Люблю твои избушки и цветы, и небеса, горящие от зноя, и шепот ив умной воды. Люблю навек до вечного покоя. Россия, Русь, храни себя, храни! Смотри, опять в леса твои идолы со всех сторон нагрянули они, иных времен татары и монголы. Они несут на флагах черный крест, они крестами небо закрестили, и не лесам не видится, а крест, а лес крестов в окрестностях России. Кресты, кресты, я больше не могу, я резко отниму от глаз ладони. Вдруг увижу, тихо на лугу, траву жуют стреноженные кони, заржут они, и где-то у осин подхватит эхо медленное ржанье, и надо мной бессмертных звезд Руси, спокойных звезд, безбрежная